Один из ярчайших примеров успешной реализации инвестиционных проектов в Северском районе – это производственная компания «Аквалайф». Основной вид деятельности – производство безалкогольных напитков и минеральной воды. 15 февраля 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в городе Сочи подписали инвестиционный протокол с целью реализации проекта по модернизации завода по производству безалкогольных напитков в станице Северской. Данный проект успешно реализован в марте 2020 года. Теперь на территории Северского района есть современное, оснащенное по последнему слову техники предприятие. На сегодняшний день ассортимент производства 14 наименований продукции. На заводе производят лимонады из натуральных компонентов и питьевую воду. У нас 7 форматов разных бутылок, начиная от 0,5 и заканчивая 2-литровой бутылкой. Линия розлива стекла также присутствует на данном заводе. Разливаем 2 формата бутылок, 0,5 и литровую стеклянную бутылку. Идет становление коллектива, предприятия, расширяется объем производства. Напитки все вкусные, натуральные. Вся продукция соответствует стандартам качества и поставляется по всему Южному федеральному округу. В результате реализации инвестиционного проекта создано 72 рабочих места с достойной заработной платой. На этом компания не планирует останавливаться. В 2021 году собираются запустить линию по розливу артезианской воды и заключить контракт с компанией PepsiCo.